Добрый вечер, друзья. Третий матч на очередном тренировочном сборе футбольного клуба «Динамо Брест». Сегодня играем против, можно сказать, одноклубников в некотором роде. По крайней мере, команды с таким же названием «Динамо», но представляющие город Тбилиси. Грузия, замечательная страна. И команда, на самом-то деле, хорошая, очень титулованная, много на своем веку повидавшая. Собственно говоря, набор игроков, которым «Динамо Тбилиси» владеет, результаты тоже скромные. Команда уже 3 года без трофеев. Фамие под нападающим действует Артем Милевский, номер 10. И Алексей Хабленко сегодня единственный форвард. 29-й номер у него. Тем не менее, сегодня приблизительно тот же состав. Собственно говоря, единственное... Да нет, не единственное. Все же два изменения, которые были сделаны. Какой опасный прострел сейчас в штрафную и в последний момент действует наша команда. Каких-то занебесных нагрузок игровых не будет. И в этом, конечно, в том числе преимущество по сравнению с другими и высоких защитников этой команды достаточно сложно. Хотя и у «Динамо Брест», конечно, крепышей в составе достаточно. А что здесь? Судя по всему, это пенальти. Давайте смотреть повтор. Удар по воротам Кацикаса. Милевский пытался добить мяч. И на нем нарушает правила Дмитрий Ванесеня, украинский легионер. И не забивает. Вот это да. Степан Сикач выигрывает эту дуэль, потянув правой рукой. Да, конечно... Не сказать, что очень хороший удар, и не сильно, и не в угол ворот пробил Артем. Отправляют забег скоростных своих крайних полузащитников и форвардов. Пошел розыгрыш. Подача в штрафную. Классный момент у Тбилиси. Максим Витус тоже проморгал. Ну что? Ответ на пенальти. Александр Наёк получает вторую желтую и красную карточку. Да. Но здесь сильно, точно в угол. Низом. Динамовском дерби. И как-то несправедливо, честно говоря. И, конечно, интересно, как справимся в этой ситуации. Пока же ошибается Йоргас Кацикас. И контратака «Динамо Тбилиси» разгоняется. Ну что ж ты будешь делать? Акаки Шулая, 11 номер, 2-0. Быков направо, Фамие. Нехайчик с острого угла пробивает. Никонинуа у мяча. Как я уже сказал, 64-й и 78-й год. А вот хороший момент для того, чтобы увеличивать разрыв в счете. Но нашей двадцатки. И получился такой вот достаточно курьезный эпизод. Все, завершен первый тайм. Отправляемся отдыхать, уступая «Динамо Тбилиси» 2-0. Надеемся, что наши футболисты проявят волю и продемонстрируют желание отыграться во второй половине встречи. Возвращаемся в Турцию. Второй тренировочный предсезонный сбор футбольного клуба «Динамо Брест» в 2019 году. Нехайчик. Быков. Милевский убирает соперника одного, второго. Падает. Но на этот раз свисток арбитра молчит. Быков. И пробивает с дальней дистанции. Хороший выстрел. Хорошая подача в исполнении Шулая. И удар. Розыгрыш. Подача на дальнюю штангу. Ну как же сейчас. Далеко не все сегодня получалось у нашей команды. Тем не менее... Давайте не будем забывать, что сборы — это действительно не поездка в отпуск на 2 недели. Савицкий! Ну вот, момент. И 2-1.
2-1. Здорово. Здорово, что получается размочить счет. Может быть, еще и не все потеряно. Времени совсем немного остается. Продолжают попытки идти вперед. Вот, побежали. Сидько, в штрафной Юзепчук. И можно забивать. Ай-яй-яй. Ну и такая тактика приносит плоды. Звучит финальный свисток. На два мяча, пропущенных в первой половине встречи. Под занавес второго тайма отвечаем голом Павла Савицкого. Спасибо за этот непростой матч команде. Спасибо зрителям за то, что были с нами. Артем Волчек комментировал для вас этот матч. Встретимся через несколько дней на игре против украинского Бровара. Всего доброго.